Аллилуйя. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому и ни в ком другом нет спасения. Дамы и господа, приветствую всех, братья, сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Иисусу Христу слава, аллилуйя, Агнцу Божьему. И вот здесь место из Писания я уже выставил, сейчас я подписчики мои на Facebook уже прочитали несколько сообщений, наверное, да? У меня здесь много друзей, и вижу, что тоже присоединяются те, кто, значит, с Хакасии, привет, принимаю. Здесь у меня просто на Фейсбуке тоже есть, значит, много комментариев. Да, слава Богу, от Белосевичей, пастор Руслан, всем святым в Абакане, в Хакасии радоваться. У них хорошая библейская школа, церковь живая такая, слава Богу. Бывал там не раз. Из Библии книги Откровений хочу прочесть. 19 глава, 13 стих. Написано об Иисусе так. «Он был облечен в одежду, обогренной кровью. Имя ему – Слово Божье». Аминь. Вот даже я сейчас это скопирую. И эту цитату сейчас я как раз и на Ютубе здесь размещу, чтобы вы могли тоже прочесть. Божьих вам благословений, защиты, охраны, Тамара пишет. Да, спасибо, сестра дорогая, слава Богу. Да, вот так вот. И с оригинальным как раз именно написанием имени Иисуса Христа, потому что оригинально он как раз по-правдошному, так, собственно, Иешуа Машиах. Иешуа Машиах. Внизу на иврите написал я. Иешуа Машиах. Вот. И, дамы и господа, братья и сестры, слава Богу, сегодня, да, вчера была суббота, шаббат, вчера покоились в мире. Вот. И со вчерашнего вечера началась новая трудовая неделя. Первый день недели сегодня в украинском, он так и называется, неделя. Вот, и в русском называется воскресение, мне так нравится, воскресение. Ведь это одно из имен нашего Господа, кстати. Да, кто уже подключался к моим видео, те знают, о чем говорю я, да, потому что я много свидетельствовал прежде, в прежних видео, как раз именно об этом, об именах Господа, и что... Воскресение – это одно из имен нашего Спасителя, нашего Господа, возлюбленного нашего. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Это Евангелие от Иоанна 11:25. Просто это место Писания, оно является вот тем сокровенным словом, да, тем откровением, тем той ремою, которой живу уже больше 16 лет последних. Слава Богу, как реформатор православный, обновленец. Слава Богу. Так что он был облечен в одежду, облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Братья, сестры, Бог свою любовь к нам доказал тем, что отдал Сына Своего за нас. Отдал кровушку свою, жизнь свою за нас положил. И действительно, Слово Божье – это не просто слово. Знаете, вот как вот говорят, вот, человек – слово, да? Или слово и дело, да? У нас в человеческом роде из-за грехопадения, вот уже почти 6 тысяч лет, вот скоро будем отмечать уже 5780 год уже, завершается уже последний, ну сейчас вот месяц Ав завершается, потом еще Элул остается и все, в принципе остается немного совсем, завершается 5779 год от нашего пращура, если считать. От нашего праотца Адама и нашей прамамы Евы. От сотворения мира, как мы говорим, да? И вот и на праздник труб, праздник трубного зова, мы вот как раз Рош-Хашана в народе называется этот праздник. Да, значит, как бы голова года получается.
Вот, значит, ну, рожь, голова, потому что, да. А, значит, а в оригинале все-таки это народное название такое больше, а именно библейское это Йом Теруа, праздник трубного зова. И вот буквально вот остается немного до этого дня, вот, и первый Адам был рожден, будем так говорить, при гласах архангела, будем так говорить, и при трубе Божьей, да, при трубах Божьих. Вот, значит, и второй Адам, Иисус Христос, да, и Иешуа Машиах, он тоже был рожден, получается, при гласах ангелов, да, и при трубе Божьей. И второе пришествие Христа тоже связано, библейски будет связано тоже с гласом архангела и трубами Божьими. Втрубление что-то есть, на самом деле, пророческое. Я очень люблю праздник труб, праздник шафаров. Праздник трубного зова. Ну, мы сейчас используем шафары как раз. Вот, слава Богу. Вот, и в православной восточной традиции тоже были шафары, потом были билы, потом придумали колокола уже на Западе, вот, значит, в Западной Европе, во Франции, в частности, вот, и привозили сюда, поэтому первые колокола так и называются. До сих пор в церковно-славянских книгах они называются кавпаны, от провинции Кампань во Франции. То есть это тлетворное влияние Запада, можно так выразиться. Хотя сейчас колокольный звон воспринимается почти всеми православными, значит, как свое, родное, такое исконно православное. На самом деле это влияние Запада, это католическое, это, ну нет, это красивое тоже. Я люблю очень колокольный звон тоже и включаю часто перед даже трансляцией. Сегодня не включил, правда, но, значит, по техническим причинам у меня, к сожалению, значит, там, ну, одним словом, с ноутбуком проблема возникла такая, да, значит, прям вот, как бывает, прям не вовремя, прям перед трансляцией. Вот, еще вчера вечером и сегодня вот тоже. Но, слава Богу, все вроде как сейчас заработало. Вот, поэтому, кто в Киеве или в Украине сейчас, если кто в Украине, то можете, значит, если имеете возможность такую, вот, то помогите, короче, с ноутбуком. Или же стационарный компьютер хороший. Вот, чтобы, значит, чтобы не зависал, по крайней мере, чтобы работал. Вот, значит, хотя там есть у меня монитор, значит, ну, короче, ладно. Или же ноутбук нужен, потому что такой простой с Windows. Короче, Господь благослови во имя Иисуса Христа. Вот, но это все технические вещи. Они тоже нужны, конечно, важны. Надо это об этом тоже думать как-то, потому что у меня нет студии такой самостоятельной. Я вот сам себе режиссер, да, сам включаю, сам, ну, на уровне пользователя. Я могу там включить, выключить, там все там запустить. Но, конечно, молюсь и о техническом таком, вот именно чтобы была своя студия, чтобы были там братья-помощники, сестры, которые вот в этом больше соображают, конечно, в этом служат. Я когда бывал у Максима Максимова, там, конечно, мощно было. В Алма-Ате раньше было круто вообще. Там такая команда работала, у них там очень слаженная. Вот CNL, молодцы, конечно, там операторы, все. Кстати, меня вот научил трансляции делать кто? Да, мой друг Максим Максимов, да, у него я бывал не раз, там проповедовал, проводил семинары в их школе тогдашней, значит, и он мне говорил, Максим, все время, отец Сергий говорит, бери камеру, снимай, транслируй. Я, ну, я тогда вообще был далек от этого, честно говоря. Вот, и, ну, да, да, хорошо, спасибо вам, как-нибудь. И каждый раз он мне, каждый раз, бери камеру, транслируй. Ну и в конце концов, однажды, вот молодец, он однажды он добил меня в этом, думаю, а почему бы нет? Ладно, возьму там простейшую такую любительскую камеру, и вот штатив, ну и как он сказал, там показал. Это все очень просто, это кажется тебе там, может, чем-то таким далеким. Это очень все просто, объяснил, показал, тоже включил. Вот видишь, вот мы сейчас вот снялись, допустим, вот это все мы сделали вдвоем такой, да. Говорю, почему бы нет? Ладно, попробую. То есть это с его легкой руки, вот я как бы начал этот путь служения. И не жалею, слава Богу. Лишь об одном жалею, что раньше не послушал его мудрых советов. Он такой, ну, мудрый человек все-таки, слава Богу, опытный. Вот, и поэтому благословляю Максима, благословляю CNL, благоставляю TBN, христианские каналы разные, различные. Вот здесь в Украине есть каналы христианские, да, значит, и слава Богу. Ну, вот такие программы христианские, это прекрасно. Вот, хотя в русскоязычном интернете пока еще очень довольно так вот бедновато, конечно, представлено все.
Вот, по сравнению с англоязычным, допустим, да, значит, и франкоязычным, там, и некоторых других языков, если итальяноязычным, христианский интернет, русскоязычный еще, конечно, довольно слабый. Вот, но развивается, последние годы развиваются, и вот и ваш покорный слуга тоже прилагает в этом усилия. Сегодняшняя утренняя молитва перед служением. Сейчас у нас, да, уже 6 часов, уже 7 час по Киеву. И готовимся к собранию, к служению. В 9 утра уже у нас начало. Поэтому сейчас молитва. Вот, и обычно в 5 часов это чтение слова. А уже в 6 утра уже вот такая трансляция. Запускаю такую трансляцию. Вот, и я думаю, что надо будет просто включать, наверное, даже чтение слова. Хотя, я думаю, что каждому из нас вот один на один с Богом это следует, на самом деле, вот, делать. Слава Богу. И вот он был облечен или облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. И вот о чем рассуждение? Что Слово Божье, оно подкреплено действием, делом. Слово и дело неразлучны. У нас, у людей, из-за грехопадения на самом деле так получается, что слово и дело часто разделяются, а порой даже противоположны вообще. Знаете, это печально, конечно. Вот. И уважение в человеческом, да, роде, в разных народах вызывают те люди, как правило, которые, у которых слово с делом неразлучны. Вот. И мы говорим, это человек слово. Да, это человек. То есть он настолько... Или, как вот говорят, там раньше говорили, допустим, в некоторых там, купеческих там, домах, допустим, говорили, что мое слово можно там, типа, в банк положить или, как бы, или что-то еще. Слово важнее всякой бумажки. Это сейчас, допустим, обычно, значит, бумажки больше верят, чем человеку. Вот, значит, особенно в бизнесе, да, а вот старая бизнес-школа, значит, такая купеческая еще, да, значит, на Руси, была известна тем, что вот он слово сказал, купец этот, значит, да, и все, это непоколебимо, даже если это будет там во вред себе и всем, но он все равно это сделал, потому что он сказал слово. Вот это было из поколения в поколение выработана такая старая бизнес-школа. Вот, значит, это потрясающая школа, конечно. Вот, значит, основана она была в основном как раз вот на христианстве, на Библии. Это была в основном старообрядческая школа, не новообрядческая, потому что новообрядческие купцы, как правило, не держали таких слов вот так вот веско. А вот старообрядческая школа, старая, да, она была такая, очень такая важная. Вот, и... Да и вообще, даже сейчас, когда слово умаляется человеческое и дело, как правило, расходится, вызывает уважение именно как раз люди, поступающие по слову. Сказал и сделал, сказал и сделал. И вот Господь наш Спаситель, Его имя – Слово Божье. И это действительно потрясающе. Вот самый великий в истории пример – это даже не купеческое слово, это даже не там слово кого-то еще там джентльмена там или кого-то еще. Нет, самый великий пример в истории – это сам Иисус Христос. Он есть Слово Божье. Слово – это как в украинском, в украинской песне рождественской там поется. Слово Отчее, Слово Отчее взяло на ся тіло. В темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Слово Отчеє, Слово Отчеє взяло на ся тіло. Слово Отца, Слово Божье, оно взяло на себя тело, вочеловечилось, оно воплотилось, Слово Божье воплотилось и исполнило то, ради чего пришло в этот мир. Не вернулось тщетно, не сделав того, ради чего оно было послано. Слово Божье выполнило то, ради чего оно было послано в этот мир, на эту землю. И обогренной кровью одежда.
слово одето в одежду, обогренную кровью. Какое еще нужно нам доказательство Божьей любви? Какое нам еще нужно доказательство? Никакого. Все. Однажды и навсегда Он приобрел для нас, для всех, искупление вечное. Однажды и навсегда Он доказал свою любовь ко всему роду людскому. И если до вот этого Боговоплощения, до пришествия Машиаха, до Рождества Христа, да, человеческий род еще имел какое-то там моральное право там сомневаться в Божьей любви, вообще сомневаться, любит ли Бог нас или влюбит ли отдельно кого-то, особенно, вот ветхозаветную историю. Многие народы имели вот такое некое оправдание, некоторые, да, кроме, конечно, еврейского народа, кроме Израиля, потому что Израиль был создан, рожден Богом специально являть Божью любовь, являть Божью милость и показывать миру путь спасения. Путь исхода, на самом деле, как вот на примере исхода из Египта был показан пример именно выхода из вот той тупиковой ситуации, в которой оказался человеческий род. Выход из проклятий, беззаконий, греха. Вот, и когда Бог даровал заповеди, то это воссияло всему истрадавшемуся человечеству на самом деле. Но все равно до прихода Машиаха, до нашей эры, как мы говорим, да, до Рождества Христа, человеческий род вне Израиля, вне народа Божьего имел какое-то моральное право там сомневаться в божественной любви. И вообще в том, что Бог есть любовь, могли очень-очень сомневаться здорово. Но сейчас, вот на протяжении особенно последних этих 1989 лет, уже почти 2 тысячелетия прошло с момента того, как Слово Божье было обогрено кровью на кресте Голгофском. Вот, и действительно уже все, уже человек не имеет никакого морального оправдания, никакого права сомневаться в том, что Бог есть любовь, что Бог любит нас. Бог однажды и навсегда приобрел для нас, для всех, искупление вечное. Слово Божье облачилось в одежду, обогренную кровью. Это доказательство Его любви, доказательство Его святой любви ко всем нам. Слава Богу. Поэтому действительно, как в Адаме, первом Адаме, тогда вот та история трагичная, которая началась почти 5780 лет назад, вот, увы, да, действительно, была страшная беда, вот, и человеческий род вот стал это идти путем отступления, дальше и дальше, вот, и, как говорится, дальше в лес злее партизаны, все, значит, или дальше в лес больше дров. Короче, история человеческого рода, она тянулась вниз и скатывалась вниз, все ниже и ниже. Вот, 3331 год назад, во времена Моисея, история чуть-чуть стала выправляться. Свет вновь озарил этот мир. Слово Божье, оно было перстом Бога, записано на камнях. И Моше Рабейну, пророк Моисей, учитель Моисей, он, сойдя с горы, он просиял преображение. Вот сегодня, кстати, вот, да, вот тоже преображение мы празднуем. Значит, ну как мы празднуем? Не праздник, не как праздник. В традиционном православии это как праздник, действительно, празднуется. Мы празднуем это как событие, отмечаем как событие. Об этом говорим, рассуждаем эти дни. Вот, то есть не празднуем как праздник такой, знаете, вот. Вот, потому что это лишь церковное установление празднования. Это на самом деле не Господний праздник, по совести так говоря. Но библейское, евангельское событие, которое, ну, полезно вспоминать. Хотя исторически, опять-таки, это было, ну, больше вероятность, это произошло осенью. Не в конце лета даже, а уже осенью, уже на Суккот. Или где-то перед, или после Суккота. Вот, значит, то есть это праздник шалашей, кущей, да, помните, когда Петр проснулся, он первое, что у него в голову пришло, а построим мы здесь три кущи, тебе одну Моисею, одну Илии. Да, ну и по хронологии событий евангельских вот описанных, там можно предположить, что это было осенью все-таки. Хорошо, друзья, не суть то важно, а самое важное. Это событие времен Моисея, да, произошедшее 3331 год назад, когда он просиял, преобразился на горе тоже. И он, когда сошел с горы, он еще сиял. Иисус, он, сойдя с горы, он уже не сиял, да. Значит, ну, если, ну, сиял только внутренним светом, то есть он внешне он не сиял. Вот.
И даже когда ученики, еще будучи на горе, они подняли, они увидели только одного Иисуса. Они уже не увидели этого сияния, и вот этих двух собеседников, Моисея и Илию, они больше не видели. Вот. А здесь интересно, Моисей сам, когда на горе преобразился, да, то его собеседником его был Господь Бог Всемогущий. Вот, это потрясающе, да, значит, и здесь тоже, в преображении Иисуса тоже мы вспоминаем, да, собеседником тоже был Бог Всемогущий, потому что Отец проговорил голосом, да, мы знаем, вот, значит, что в нем благоволение в Иисусе, и его слушайте, все, да, слава Богу. Вот, значит, и у Моисея, преображение Моисея, там собеседником был Бог, и, конечно же, ну, ангелы там, небожители какие, вот, ангелы, вполне возможно, тоже как раз вот служили Моисею, как рабу Божьему, как слуге Божьему, как сыну Божьему. Вот. И это было 3331 год тому назад. Вот, значит, ну и несколько месяцев уже 5 месяцев прошло после того. Хорошо, и вот, значит, и, но 1989 лет тому назад, после там преображения Иисуса, произошло облачение кровью, одежды обогренной кровью. Слово Божье облеклось одеждой этой. Знаете, как вот Моисей, да, он покрылся покрывалом, да, значит, чтобы не сияло это вот его свет, чтобы, ну, люди не его лично свет, значит, да, как бы вот от него исходящий, шокировал, не этим шоком жили, а чтобы обращали внимание не на него даже, а на Слово Божье. И вот то же самое здесь. Иисус как бы был изуродован, вот как облачен этими страданиями, да, значит, и кровью, одежда обогрена кровью, чтобы не на, даже не на него, а на Бога, на Слово Божье, действительно, на, не по плоти Иисуса даже знали, да, как человека, как, к сожалению, в христианстве тоже очень, ну, это целый культ такой, поклонение там крестам, иконам, там, значит, внешним всяким одежкам якобы Иисуса Христа, ну, короче, или не якобы, ну, неважно. Вот, значит, даже если сюда занесут сейчас лично какую-то там одежду Иисуса Христа, его тапочки, ну, для меня это ничего, ни холодно, ни жарко, абсолютно, вот. Просто, ну, да, исторический какой-то, значит, да, момент там, значит, да, ну, да, хорошо, носил тапки. Мои тапки ни в коем мере не хуже, даже лучше еще даже, то, что современные уже такие тапки уже. Вот, значит, шлепки эти, значит, и знаете, значит, и, а вот человек плотской верующий, да, он сразу, о, это Иисуса Христа тапочки, он будет поклоняться, он там, о, это особенное что-то такое драгоценное, не-не-не. Вот, это признак невозрожденного человека, или же который идет путем лишь возрождения, еще на пути к Богу, но еще Бог с ним еще, да, но еще не внутри него, еще Христос не в нем живет. Христианство вот в этом плане разделяется не на конфессии, деноминации, а на Христос в нас или Христос возле нас, Бог с нами или Бог в нас. Это два разных христианства совершенно. Я об этом много говорю и у себя в церкви, и в гостях. Вот, Эммануэль или Этануэль, да, вот, Этануэль – это с нами Бог, а Эммануэль – это внутри нас сущий, растворенный, выпитый нами Бог. Об этом, наверное, может, вечерком сегодня как раз поговорим. Как раз сегодня и брат Андрей провожу, мы об этом тоже порассуждаем, может быть, запишем даже что-нибудь с ним. Вот, значит, а уже вечером, тогда уже сегодня в 6 часов вечера подытожим все. Слава Богу, пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. Аллилуйя. Слово Божье. И вспоминал я сегодня преображение Моисея, да, и вот преображение Иисуса, произошедшее 2000 лет назад. Удивительное преображение. И потом на протяжении 2000-летней истории, хотя, конечно же, на протяжении всех вот этих почти 6 тысяч лет преображение происходило в жизни верующих. Как мы говорим, и в ветхозаветные, и в новозаветные времена. Но в новозаветные времена, уже ближайшие к нам, тоже в разных конфессиях, и в протестантских, и в православных, и в католических, разных традициях,
мы встречаем повествование о людях, которые пережили преображающую особенную силу какую-то, и просияло их лицо, допустим, значит, там сияние. Вот там Серафим Саровский в православии, первое, что приходит на ум, там Сергий Радонежский. Ну, Сергия, правда, не видели личное преображение, но свет сиял там из его кельи там ночью. Но в то время не было электричества и не было такого яркого света, поэтому как бы там предположили ученики, что это преображение было. Вот, значит, ну и вообще как бы преображающий свет такой сияет в жизни очень разных верующих, разных конфессий, разных деноминаций. Это не зависит даже от традиции, там, культуры, расы, национальности, не зависит от конфессии, деноминации, от обрядов, традиций, не зависит абсолютно. Здесь вопрос лично сердца человеческого, обращения к Богу, Бог в нас или Бог возле нас, Бог с нами или Бог в нас, это разные вещи, Христос с нами или Христос в нас, это два разных христианства, преображение – это Христос в нас. Плотское христианство – это Христос возле нас, да? Бог с нами, тогда человек может, когда Бог и человек, они даже рядом, близко, но они рядом, они не слияны, да? Не слились, тогда, значит, в принципе, человек способен все равно на многие подлости, на многие страшные вещи. Даже немецкие фашисты писали, что с нами Бог, а говорили там, не дай Бог, знаете ли. Вот то же самое, и христиане сегодня, и православные, и католические, и протестантские, очень многих традиций, обрядов говорят, с нами Бог, там, но то, что делают, не дай Бог. Мне вот один протестант написал, харизмат написал, что его там кинула семья, значит, таких убежденных харизматов, таких писятников, вот, значит, и, значит, у них все деньги, по сути, значит, ну, ограбили. А так богомольные такие, очень такие набожные, из поколения в поколение верующие. Вот, знаете, дело не в том, что какие конфессии, какие деноминации, Христос, когда Бог с нами, это все равно, вот Бог, а вот я, это все равно грехопадение. Даже если человек, он и чувствует там мурашки по телу, значит, он такой верующий, там и все, не в обиду никому будет сказано, все равно это разные переживания совсем. Знает Библию наизусть, там, значит, там цитирует, значит, ее там проповедует, значит, там все, там пастор и из рода пастырей, значит, все. Это ни о чем не значит, абсолютно ничего не значит. Все обряды соблюдают, все традиции соблюдают, там, выходил к кафедре, каялся, там, значит, там, водное крещение принимал, значит, других крестил, там, в служении много лет. Это тоже ничего не значит. Вот. Мы с Александром Шевченко об этом разговаривали как раз в Сакраменто, значит, несколько раз уже на эту тему как раз. Это потрясающая тема духовного возрождения. Честно говоря, чем дальше в эту тему углубляешься, тем больше вопросов возникает, но очень интересных вопросов. И вот, и действительно, я не лишний раз убеждаюсь в том, что Дух дышит где хочет. Дух дышит где хочет. Бог поступает так, как Он хочет, не как человек. Человек смотрит на лицо, а Бог нелицеприятен. Я тоже вчера на Фейсбуке публиковал как раз эту цитату. Вот там смотрю, многие там тоже лайкали уже, уже там перепостили. Вот, потому что действительно для многих это очень важным, из нас это важным откровением является, что Бог нелицеприятен. Подлинно Он нелицеприятен. Он смотрит на сердце человека. Слава Господу! Вот, и преображение Господне продолжается, друзья, дамы и господа, братья и сестры. Потому что Церковь Божья, истинная Церковь Божья, ни конфессия, ни деноминация, ни православие, ни протестантизм, ни католицизм, ни что-то еще. А истинная Церковь Христова, говорю, из возрожденных свыше людей, когда Христос в нас состоящий, называется телом Иисуса Христа. Ни организация, ни структура, ни пирамида власти, там, значит, ни вертикаль, ни горизонталь, ни братство, ни сестринство, ни иерархия. Не-не-не, ни то, ни другое. Хотя, с другой стороны, и то, и другое. Вот, значит, потому что Бог смотрит не как человек, Он не лицеприятен, не фасад, а нутро Его интересует. Вот, и Церковь Христова, истинная Церковь Христова, из истинных, не понарошку, а по правдушному, христиан состоящая, она именуется телом Иисуса Христа, главою, которой является сам Иисус Христос. И все это тело Иисуса Христа, и основание Иисус Христос. То есть один из критериев истинности является христоцентричность. Христоцентричность, Христос – центр внимания. Спасибо тебе, Господь. Братья, сестры, дамы и господа, сегодня совершаем причастие хлебопреломление, акт веры. Спасибо тебе, Господь. И сегодня, да, Валерий тоже присоединился, да, доброе утро, благословенного дня, аминь. Совершим, братья, хлебопреломление. У меня здесь есть сок виноградный, есть плод виноградной лозы. Есть вот лаваш, мексиканский, кстати. Кстати, у отца Алексея как раз
Дося в Мексике живет. Вот. Да, слава богу. Я беру хлеб. Обычный мексиканский лаваш. Или как он называется? Ну, не лаваш, но как-то так. Короче, мексиканская. Вот, и хлеб. Да, он, кстати, пресный. Вообще хлеб пресный. Вот, и беру хлеб и плод виноградного лозы. Если нет сока, то я просто наливаю что? Даже просто воды наливаю. Вот. Потому что не вещество причастия важно, а вот наше рассуждение о теле и крови Христа. Вот. И само причастие – это как раз рассуждение о теле и крови Господа Спасителя нашего Иисуса. Он есть Слово Божье, обогрённое кровью, облёкшееся этой одеждой, обогрённой кровью. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя сегодня. Боже, и вся эта неделя, начавшаяся, Боже, и был вечер, и было утро, день первый. Сегодня воспоминание первого дня творения Твоего. И вся эта неделя, Боже, в Твоем благословении, потому что Ты с нами каждый день, во все дни, до скончания века. Боже всемогущий, и до следующего шаббата позволь нам, Господь Боже, все эти дни, все эти 6 дней труда, позволь нам, Господь, действительно, в труде, в обычных делах наших, Боже, действительно приближаться к Тебе, действительно идти к Тебе, действительно и погружаться в Тебя. А тех, кто уже приняли Тебя верою, чтобы погружаться в Тебя глубже и глубже, а Ты в нас. Они ледоди ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Святой, благодарю Тебя. Хлеб из земли – это чудо, Господь. Это чудо, которое Ты дал нам. Спасибо. Мы питаемся этим хлебом земным. Но, Господь, благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес. За Иисуса Христа, праведника. Да, за хлеб с небес. Потому что не только Слово, Сын Твой, а еще и хлеб. Да, и мы действительно знаем, что хлебушек этот, сошедший с небес, питает все живое. Спасибо. И я благодарю Тебя, Господь, за жизнь. Благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес. Благодарю Тебя, Господь, за лозу земную. Благодарю Тебя за плод виноградной лозы. Но наипаче благодарю Тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа, Сына Твоего. Отец, Папочка, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, Иегова, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Благословен Ты, Господь, Бог наш, спасший нас, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Ешьте, пейте, братья и сестры, тело Христа, кровь Христа. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. И когда рассуждаю я о теле и крови Христа, то я понимаю так, что действительно Он и только Он. Он есть и Альфа, и Омега,
и начало, и конец. Он есть Слово Божье. Тело Иисуса. Кровь Христа. Это ты и я. Это ты и я. Кровь Христа, Агнца Божьего, была пролита за грехи наши и беззаконие наши, и ранами Его мы исцелились. За жизнь мира, Лехаим, за жизнь Ты отдал свою жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Аминь. Аминь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою. Слово Божье, Слово Божье. Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, брат мой, друг мой, возлюбленный мой, Спаситель, Целитель, Освободитель. Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за кровь Твою, Иисус Христос. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. Аллилуйя! Благословен Господь, Бог наш, Спаситель наш, Целитель наш, Спаситель всего мира, а наипаче верных. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа – любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами, братья, сестры. Благословляю вас всех, благословляю свою семью сейчас, этим утром. Благословляю во имя Господне. Сегодня благословляю Украину, благословляю Киев. Вчера был праздник независимости. Сегодня помолимся мы в церкви как раз за Украину. О расширении духовного пробуждения здесь еще больше и больше. Вот духовное пробуждение, слава Господу. Вот, значит, и молимся за Израиль, молимся за Иерусалим, благословляем землю обетованную и благословляем всю нашу истрадавшуюся землю, все страны и племена, народы во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю священническим благословением Аароновым. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя.
Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя, аллилуйя. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Мир всем вам и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Да, друзья, время уже, почти 7 часов, и я выезжаю сейчас на служение. Вот, в 9 утра у нас начало, но еще перед тем у нас там тоже молитва, уже там на Кловской уже. Вот, приезжайте, если кто в Киеве, приезжайте. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя, аллилуйя.